Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Привет всем. Вот. И с Дмитрием Леонидовичем мы решили в 2020 году закончить сезон рыболовный. Сейчас ноябрь месяц, все запреты сняты. И все мне задают вопросы, а где там старая Аляска Бот, как там старый мотор поживает. Все у нас двигается. Вот наша Аляска Бот. Сейчас мы ее будем пробовать. Будем опять пробовать на наш старый мотор. Ну, трудно сказать, что пробовать. Будем продолжать эксплуатацию. Вспоминать прошлое. Да, вспоминать прошлое. Смотри, двадцаточка такой маленький. Этот Аляска 460, маленький такой сверточек. Да. Ну, буквально перед этим свернул тонну Аляску. Там получился вот такой вот кулек. Сейчас на это дело смотришь. Очень маленький такой конвертик. Скромный. Можно развернуть одному. Надуть. Можно даже в одну харю загрузить и свернуть. Да, и уйти. Прекрасное. От этого мы с Дмитрием Леонидовичем и завершаем сезон на такой легкой технике, чтобы не было никаких напрягов, не было там проблем по переходу вот в таких вот узких речках, вот в таких вот, да, по мелководью. Не нужно там таскать это все на горбу, там еще что-то. Только вот так вот фыр, быстренько, по-легкому. Скинулись чуть ли там не на пальцах с легкой техникой и поперли. А, думаю, рыбалка у нас будет, уважаемые зрители, очень интересная, нестандартная. Мы решили половить очень разнообразно. Я взял только мухи и, как бы сказать, снасти, удочки баллонские, да. А Дима взял там все. У него будут и натаймения, спиннинги, воблеры. Попробую, что получится, посмотрю, что у меня получится с этого. Посмотрю, попробую, покидаю. Есть у меня пару спиннингов, один там грамм до 30 по верхнему тесту, один до 15. И вот попробую поработать сначала большим, поискать таймение, ну а потом уже скатываюсь вниз до Хариуза. Становлюсь, наверное, на нем, как Александр Алексеевич. Дмитрий Леонидович, можно вас на пару слов, пока все качается? Чтобы шум как бы не мешал отойти вот сюда вот в сторону на фоне машины, я хочу вам задать один вопрос. Многие зрители спрашивают по протяжению времени, как вот данная лодка себя зарекомендовала. Она у нас уже достаточно много лет, по-моему, сколько? 4, да, или 5? Да больше 5, по-моему, лет она. Ну, год 5 точно. Да. Расскажи зрителям, как нам, ну, это. Мне лодка, я всегда ей пою дифирамбы, она мне всегда нравится. Это она достаточно Ноябрь месяц, мошка. Что-то непонятное, да? Глобальная оттепель. Глобальное потепление. Мне она, лодка, очень нравится. Она универсальная. И вот, допустим, мы с тобой ездим вдвоем. Нам ее всегда двоим хватало. Не надо было больше там. Есть у нас 30-й мотор. У нас есть больше лодки. Ну, это я вот всегда с удовольствием катаюсь. Вот легкая рыбалка, когда у тебя мы вдвоем с приятелем, пару удочек, там что-то, какой-то небольшой контейнер еды, больше его и не надо. Представляете, вот здесь вот сейчас вытаскивать, допустим, ту же тонну. Да, вот в такой вот. Сейчас я покажу вот. В такой вот пароходик с такого мостка сбросить большую лодку, еще мотор какой-нибудь тут, 30-ку, 40-ку, 50-ку. Ее, по-моему, только в воде можно будет надувать. Тут ее и не скинуть, ничего. А эту лодку мы сейчас на руках туда выкинем, скинем, принесем мотор, повешаем. И все, и алга. Как мы сидим, сезон закрываем. Так, Александр Алексеевич, Олег, Дмитрий Леонидович, вам тоже налито. Ну что, мужчины, давайте за рыбалку. Давайте.
Ну вот, уважаемые зрители, можно сказать, это первый день нашей рыбалки. Дима у нас готовит снасть. Катушку решил перемотать. Да, катушку перемотать. И сегодня, как я говорил вам в начале всего этого видео, мы вам покажем чуть-чуть необычную нашу рыбалку. Вот. Мы сегодня будем рыбачить чисто на удочке, чисто на мухи. У меня на видео, вообще на моем канале, очень мало рыбалок на мухи, да, от этого я давно не рыбачу, и, конечно, мы решили снять, показать, как мы рыбачим на мухи. Основная наша дальневосточная рыбалка. Да, это основная наша дальневосточная рыбалка, думаю, многим будет интересно. Как всегда, в данных условиях на малой реке наш порадовал этот комплект. Это Аляска Бот 460-я, Сузука 20-я с водометной насадкой. В данный момент с китайской. Но, тем не менее, она справляется с задачей. Мы прошли по узким неудобным местам, где там можно пропиливаться, не пропиливаться. Вот. От этого мы приехали. И мы даже не знаем, что будет ловиться, что не будет ловиться. Мы без понятия. Вот, у меня такая поплавочная снасть. Видим, моя муха-убийца и две такие икринки. Сейчас мы это все проверим. Вот. Для этого нужно зайти в воду и начать вот так вот ногами делать. Видите, муть пошла. Вот. У нас вот на Дальнем Востоке хариуса ловят так. Стоишь, как будто танцуешь, идет вот такая муть, и по этой мутной струе подходит линок с хариусом. Вот. Никаких у нас тирольских палочек нету, никто вот так вот в заброс, как в Сибири, у нас не рыбачит. То есть нет необходимости в этом на наших реках. В целом, да, здесь камни все гладкие, реки очень старые, мы видим, вот на косе все камешки круглые, никакого скальника абсолютно здесь нету, уважаемые зрители. Вот. Ну, я начинаю свою первую проводку. Вот он, хорюзок. Как видно, взял на муху, заглотил ее достаточно жадно. Икру есть не захотел. Вот еще один. Берут очень вяло. Берут очень вяло. Видим, опять взялся на муху убийцу. С непривычки мне с удочкой пока не очень. Я уже, по-моему, года 4 не ловил удочкой. Что-то около этого. Я, конечно же, жду здесь поклевку другого обитателя этого водоема. Почему я здесь так долго и упорно, понимая, что нету хариуса, стою на этом месте. Ну это да, это опять хорюзок. Потому что жду поклевку линка хорошего. Потому что половить хороших линков на удочку — это очень, очень-очень интересно. Прям вот так вот интересно. Видите, как он лупит против течения. О, блин, прям интересный такой персонаж попался. Видите, как удочка загибается. Это забагренный хариус. Достаточно неплохой. Видите, он какой красавчик. Нет, хорюза есть, но видно, что-то излом погоды. С утра шкнул снег, потом дождь, что-то со снегом. Вот такая вот вся погода вялая.
Я вот, уважаемые зрители, пользуюсь вот такой вот икрой. Продается она в наших хабаровских магазинах. По-моему, в магазине рыбак я покупал, да. Странное поведение, да? Блядь, еще не хочу это место. По идее, надо место менять, но... Ты на воблера пробовал? А вон я его засадил. Засадил, да, уже? О, вот она! Долгожданная, наконец-то. Вот из-за этого я на этом месте, уважаемые зрители, и стоял. Вот я вам рассказывал про данный тип катушечки, где можно отрегулировать фрикционсик. Все спрашивают, для чего, а вот как раз вот для этого. Вот он. Это, конечно, лучшее наслаждение в этой жизни — ловить линков на удочку. Ну, леночек небольшой, но тем не менее он имеет место быть, и клюнул он на икру. Вот он какой красавчик. Смотрите, видите, скушал икорку. Икра имеет место быть, дадим. Вот, уважаемые зрители, я пользуюсь такой икрой. Купил я ее в хабаровском магазине рыболов. Вот, мне хозяин магазина Слава порекомендовал. Говорит, попробуй. Я сказал, я говорю, такого еще никогда, говорю, не пробовал. Ну, конечно, я попробую. Ну, он мне прям рекомендовал на муху подсаживать. Ну, я вот решил и просто без мухи для эксперимента. Икра это вроде как натуральная, настоящая, просто только обработанная как положено, чтобы там на крючочке держалась, водой не смывалась. О, вот это да! Вот это, уважаемые зрители, кино. Вот оно. О! Иногда при попадании очень крупных линков вываживание может затянуться на достаточно длинное время. Самый кайф, короче, половить таких больших линков именно на удочке, уважаемые зрители. О, кайф! Это рыболовное счастье, Леонидыч. Да, хороший линь попался такой. Ну, еще, конечно, не крупный, но уже приятно его там помаять, подержать. Видеть, как визбор пел изгиб гитары нежной, только вот изгиб удочки такой. Эх, как с ним нужно бороться. Ай-яй-яй. Это лучшее, что может произойти, уважаемые зрители. Это не какой-то там лещ, это не какой-то там ясь, это не какой-то там линь. Я сам с западной полосы России,
И очень люблю лещей больших на удочку ловить, линей там, карасей, все. Но когда попадается горная рыба лососевых пород на мушку, на поплавочную удочку, это, конечно, высший пилотаж. И все дальневосточные рыболовы однозначно мне за это скажут, подтвердят, что это так, и поставят палец вверх. Это, конечно, четко. Во. А вот для как-то таких линков я, конечно, пользуюсь удочкой 5-метровкой. Это как максимум, так и минимум. Но я для себя нашел 5 метров самое такое выгодное положение. Потому что линки клюют, как правило, в конце, мы заметили, да? И, как бы сказать, катушкой в проводку я тоже не пользуюсь. Потому что без рационку, если брать, пользовать, надо душку скидывать. А подсекать его надо сразу же моментально, да? Этого персонажа. Но есть такие вот катушечки, на них есть и фрикциончик, можно отрегулировать, можно чуть-чуть и сплавом. Ну, то есть она и весит немного, да, чтобы не утяжелять снасть, чтобы целый день промахать. Я уже снимал видео давным-давно, по-моему, про это все. Ну и сейчас мы на подводе его. Видите, я ослабеваю фрикцион, чтобы он чуть-чуть сматывал, потому что он сейчас будет, когда ближе будет подъезжать любая рыба. Вот видите, пошел фрикцион. Он будет, конечно, отдавать свои силы. От этого я его не тороплюсь форсировать. Многие рыбаки скажут: да ты что, задом тут на берег выйди, дерни его, там четко все, да? Но это не спортивно в моем понимании. От этого нужно с ним... Все-таки дождался я их, Дима, эту стаю. Да, линков. Для этого я здесь и стоял. Все, он уже подвыдохся. И становится уже... Мы с Леонидычем приехали на новое место. И у Леонидыча рыбка не заставила себя долго ждать. Он ловит у нас на воблера вот таких вот нифига не маленьких, жирных, серьезных линков. Дмитрий Леонидович, скажите, пожалуйста, как вы добились такого успеха? А все нормально, палка от Black Hole. Хурикейн, да? Хурикейн. Да. Ну и воблерок одной неизвестной японской фирмы. Да, хороший линь. Я вот хочу такого на удочку поймать, но у меня пока не получается. Я вот специально даже спиннинг не брал, Дима скажет. У меня только вот удочки две. По спиннингу замещаю. Где хапнул? В ямке? А вот прямо вот тут. Ну да, как туда по том берегом, да? Да, ямку. Он да, я тебе говорю, тут штук 5 можно дернуть спокойно с этой ямки. Вообще красивый. Ну, Леонидович, поздравляю тебя с первым линком сегодня. Ну-ка, покажи нам его. Пятнистика леопарда горных рек осеннего. Вот такой. Ну, больше килограмма, килограмма полтора, наверное. Я думаю, мы заберем его. Нам конечно, надо забирать, да. Не будут. Да, мы один раз в год, запрета нету домой рыбки привезти. Ну вот, уважаемые зрители, мы видим, что некоторые рыбы еще живые. Смотрите, она как альбинос. Вся уже поменяла цвет, вон пошла плавает. Охраняет, вон еще плавает. Раз, два, три, четыре. Да, здесь их нерестилище. Сейчас они здесь плавают и охраняют свою икру, оставшиеся живые. А потом они вот так вот умирают. Рыбки. Но они отнерестились, и после них будет жизнь. Чё? О, нифига себе! Дима, он на воблер тут облавливает меня. Леонидович, у вас какой воблер стоит? У меня там десятка стоит. Я не понимаю, что происходит, но, по-моему, таймень. Таймень, да? Ну, работайте. У Димы поклевка похожа тайменя. Давай, переходи сюда, в залив. Хватает тебе лески? Ага. Ну, хорошо, что у Димы леска. Это очень хорошо.
леска натянется. Сход, что ли? Блин, обидно. Думали, сейчас тайменя посмотрим. Я тоже думал. Да, надо их подловить. Да, это его величество ленок. Оказывает достойное сопротивление. У меня еще тут с утра колено одно удочки сложилось. От этого удочка в полную силу не работает. Дима борется с рыбом. Опа, опа, кита. Дима поймал хорошего жирного ленка. Тот побежал вокруг Димы, но Дима увернулся и сделал, и зашел в выгодное положение сзади. Кабан. Ну, кабанчик, его пузатый. Вообще, это что за воблер у него такой? Тума, гидроник. Гидроник, да? Да, гидроник летит, смотри, он практически летит туда. Вот. И вышел, наверное, из-под залома, да, там? Да. Вот. Вообще хороший лень. Так что, рыбалка-то есть у нас. Ну, вот такая, но есть, да. Да, на улице минус, пальцы мерзнут. Вот, с Димой начали мы скромненько утро, минус такой на улице, там вот сзади мы видим, заливчик стоит во льду, вот. Но мы с утра уже маленько поймали рыбки, есть пару рынков, рюсков. Двигаемся мы все так же на Аляске. Вот такая вот морозная утренняя погода. Уже хотя к обеду идет, но все равно очень холодно. Ветер вносит свои коррективы. Холодно. Да. Да. Уже неприятно. Ну, сейчас еще порыбачим, посмотрим, как дела будут. Самое, что интересно, что на экшн-камере что-то батарейки, вот такой минус, это только ставлю, чуть-чуть отснимаю, и много кадров таких самых интересных идет вылаживание на удочку крупного линка, бац, батарейка села, ее хватает на какие-то там 15-20 минут и все, на морозе. Димон там уже ловит харизей, мы поменяли место, погода стандартно портится, она должна портиться, потому что мы с Димой приехали
на закрытие сезона. Таким, как мы, не должна быть хорошая погода. Мы должны стойко переносить все тяготы и лишения рыболовной жизни. О! Хороший такой был хорезенок. Опа! Опачки! Опачки! Чё-то я расслабился. Поклевка. Да, я забыл, что такое поклевка. О! Вот он. О! Вот борьба. Завидалась неравная борьба с хариусом. Чем ты мухи свои мажешь? У меня-то такая же. Ну вот, вот такой вот хариус нормальный. И вот у него муха-убийца. Муха появилась, муха-убийца. Ху-ху-ху-ху-ху. Это что, линь что ли? Линок. Ну. Тут глубина-то 30 сантиметров, а не прям. Я уже отхожу его. Отвожу от тебя, Дим. Красавчик. Иди ко мне. Сегодня рыба виновата, потому что мы с Димой хотим кушать. Ну, Димон хитренько сразу же раз его в этот, да? В кан сразу, ну. Ну, такому мы дадим свободу. Тоже корюшка клюет. О, красавчик. О.
Вот такой леночек небольшой. Очень много сходов рыбы. Очень много сходов. Опа, сход. Видите, да? То есть рыба клюет не очень. Хотя и катушечка с фрикционом работает. И спиннинг, и удочка, вернее, хорошо отрабатывает, вяжет рыбу. Ничего не помогает. Нехорошие крючки. Ничего. Рыба берет крайне неуверенно. Даже вот просто ко дну вынимаешь, нету. Даже не цепляешь, просто вот. Поплавок ко дну уходишь, поднимаешь, как будто ничего и не было. И так много-много-много раз. А если что-то и цепляется, вот, видите, раз, тык-тык-тык-тык-тык-тык, поплавок ко дну, подсечка, несколько секунд, и сход. Даже хариус, который уж бывает и к ногам прям подходит, из-под ног клюет, даже он сейчас, видите, предпочитает клевать строго вдалеке даже небольшого размера. Даже вот такой вот мелкий хариус клюет вдалеке. Мы тебя отпустим, дружище, беги. Такой ты нам не интересен. Ну вот этот уже более веселый экземпляр. Для наглядности стараюсь его взять руками. Показать вам. Может быть, конечно, мой скилл, мой навык в этой области однозначно потерян, уважаемые зрители. Вот. Как Дима говорит, корюшка малородка. Иди, дружба, беги. Есть такой хороший, мощный слив. Вообще скажу, хариус клюет плохо. Для этого времени вот такого еще можно взять на сковородку. Для этого времени года, для этого места рыбалка очень плохая. Скажу вам сразу же, уважаемые зрители. Когда здесь нормальная рыбалка, тут только под ноги поплавок кидаешь. И такое ощущение, что груз больше поплавка, сразу его топит. И хорюза отборных размеров клюют один за другим, не вынимая. Вот, навык потерян. Беру я рыбу очень неуверенно. И к себе не прижимаю. И это раньше. Я вот чуть ли этого хариуса на лету не хватал. Моментально. Ну вот, подходил большой ленок, я его наколол. Он, соответственно, убежал. И, как мы видим, сразу же подлетели хорюски. Начали поклевывать. Все они, соответственно, маленькие, небольших размеров. Ну, скажем так, сковородочных. Вот такие вот небольшие. Но, тем не менее, уже и не маленькие. В данной реке у нас нет килограммовых хорюзов. Есть реки на Дальнем Востоке, которые обладают
такими видами хариуса, которые там килограмм и больше. Ну, в этой реке такой грамм, наверное, 600. Половить раз в 4 года хариуса тоже, уважаемые зрители, интересно. Несмотря на то, что ты спиннингист. И что тут греха таить? Многие рыболовы на Дальнем Востоке начинали именно с поплавочной удочки и мухи. То есть с ловли хариуса. Я тоже прошел этот путь эволюции. Да, очень плохая рыбалка. Не ожидал я. Я думал, что будет очень классный фильм, уважаемые зрители. С неплохой рыбалкой. Во! И с этим хариусом этого отпущу маленький. Сейчас мы спросим у Димы, что там у Димы поймалось, не поймалось. А? Да? Ну-ка скажи зрителям, почему с кастингом беда? Потому что кольца мелкие. Ага. И не успеваешь, и, короче, шнур прихватывает. А вон все, обмерзшее кольца. Да, только почти. Вон все во льду. Ага, и все, и вон все. Да, и Дима даже ловит леской. Вот. Это я к этому моменту не был готов. Таким развороту событий, да? Да, я читал, что, ну, там, мнение, что как мороз, так кастинг заканчивается, работа. Ага. Я вышел из воды по причине, что мне некуда уваливать рыбу. Я тебя понял, перехожу я на удочку. Да, смотри. Красавчик. Давай чайку попьем. Давай. Вот это пока наш с Димой скромный улов сегодняшний, да? Это сейчас, наверное, время обед, да, у нас? Да, время. Время обед. Два часа. Сейчас мы покушаем и дальше половим рыбку. О, стоп, 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 еще один тут прилип персонаж. Продолжаем мы дальше с Димой рыбачить. Видим, что погода быстро изменилась. Пошел снег. Легкий минус. Дима рыбачит там повыше меня. Я рыбачу ниже. И поклевки, как корова языком слезала. Мы тут с Димой дальше двигаемся. Нас настал вот такой вот снег. Но мы не сдаемся. Как говорится, наконец пришла зима. Наконец пришла зима. Да. Но я считаю, у нас достойное завершение, закрытие сезона. Жидкой воды. Прям все мы попробовали. Да, подержали всяких рыб, какие у нас тут в этой речке есть. Да. Единственное, одну мы рыбу не увидели. Да, но подержали. Подержали. Это был такой мощный паровоз. Сказал, адиос. Ну что?
Да, я вот сейчас пока на моторе переезжал, перчаточки не одел. У меня сейчас тут крумпелю рука присохла. Опа! Вот он ушел. Которого я проебал, да? Удивительно. Клюнул леночек. Такую-то погоду. Вот такой вот. Ну вот, уважаемые зрители, наша с Димой рыбалка подошла к концу. Прорыбачили, мы, можно сказать, даже и 2 дня не порыбачили. Погода нам не дала. Но, в принципе, было как было. Рыбалка была. Была рыба, были заветные поклевки. Ну, что скажете, Дмитрий Леонидович? Мне очень понравилось. Я получил огромное удовольствие. Я зарядил свой внутренний аккумулятор, отдохнул. И сейчас с новыми силами опять на работу, опять домой к детям, всех любить. Всем рекомендовал. И выезжайте почаще на лес, на природу. Да, да, здорово закончили мы сезон. Энергично, бодро, снежком, с минуском на зиму. Дмитрий Леонидович, вам спасибо за рыбалку. Вам тоже. Всем зрителям до свидания, до новых встреч. Всем пока.